О, молодец, идешь, хорошо идешь. В сюжет вписываешься. Да, вписываешься в сюжет. Вот. Вот. Великолепно. Вот, вот это целиком наша стоянка видна, все палатки. И будет и сверху, и оттуда, со всех сторон. Человек кушает, с аппетитом кушает. Видно, во. Я тебя крупным планом снимаю. Можешь улыбнуться, да, во-во-во-во. Можешь улыбнуться. Ну вот, все, добит. Стой, стой, я снимаю. Я сейчас скажу, когда. Вот наш лагерь. И, в общем, жили мы хорошо. Жили мы тут, жили, пока не пошел дождь. Нас начало затапливать. У нас образовалось такое вот озеро. Даже дорожку нам затапило. Я решил как-то с этим бороться. И прорыть канал. Вот он. Но перед этим ты плотину построил, мини-Днепрогаз, вот она. Нет, это же рукотворная, правильно? Был переход, он был вообще весь сухой. Переход сухой был, да. Сейчас нас залило, да. Надо как-то... И вот канал был построен, надо как-то, да. Надо как-то с этим бороться. Построил. И канал. Причем без использования труда заключенных, между прочим, да? Ну, я один был. Ты один, так, заключенных не было, да, я понял. Так что Беломор-канал готов. Да. Без использования труда заключенных построил канал. Одна мощный. Интересная особенность. А? Одна интересная особенность. Да, я иду. Вот он канал. То есть ты его... Причем работа была в тяжелых условиях. Во время проливного дождя, я как понял. Да, работа была прям в самый дождь. В самый дождь была работа, да. Труд этот, Ваня, был страшно громаден. Да. Не по ключу одному. Да. Так, сейчас я иду, иду. Это же не... Сними вот эту штуку. Да. А, вот да, и оказалось препятствие на пути. Вот блокирует все вот этот камень. Да. Ну, похоже, что его кто-то уже пытался сбить, потому что вот это не я. И ты его пытался подорвать, но у тебя не хватило динамита, да? Да, мне для нужен, этого. Нужен динамит. Динамита не хватило, да, я понял. Да. Здесь еще один камень есть. Вот. Ну ладно. Но это, здесь это на самом деле здесь все из камня состоит. Ну ладно. Поехали то дальше. Вот одно вот это узкое, да, место. Да. Похоже, его туда... кто-то уже пытался сколоть. Возможно. Вот. Это похоже. Да. Так, где дальше идет, куда? А дальше все. Все. Ну вот, дальше, все. Ладно. Молодец. Вот он. Да. Строитель, да. Свободного труда. Это не заключенный, ну, вам. Это настоящий свободный строитель, да. Будущего. Съемка пошла. А ты на камень, то что носом, на камень. Во, сейчас выйдешь из него. Угу. Съемка-то пошла, а лодка.
Ну вот сейчас пойдет. Приставай на к старому причалу потом. Я тебя снимаю, пока я в тумане, не исчезнешь в тумане. Не, на моторе давай, на моторе. Так растворишься, прямо в тумане растворишься. Давай, давай, давай. Да нет, это на мотор, ставь мотор. Лови на моторе, что ты?